Ноябрьские КВНщики вошли в тройку призеров Ямальской юношеской лиги. В заключительный этап соревнований веселых и находчивых из 12 заявившихся команд были допущены только 7. Они соревновались в трех конкурсах – «Особенный народ», «Разминка» и музыкальный конкурс «Север сияет». По результатам набранных баллов победителем финала признали команду «Дубль 5 из Надыма». Второе место заняли муравленковские КВНщики, а нам все равно. И замыкает тройку призеров ноябрьская команда «Пусть поорут». Добавлю, приз за лучшую шутку получила надымская команда «Да, это жестоко». А лучший номер подготовили веселые и находчивые из Губкинского. Команды-победители примут участие в сезоне Всероссийской юниор-лиги Международного союза КВН.